Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня мы найдем с вами браслет, где мне нужен для самоуверенности. Погнали. Сегодня мы очень сильно постараемся найти этот браслет. Я, наверное, запущу новую рубрику, потому что она реально классная, много смотрят. Реально интересные истории. Неважно, что происходит, главное, чтобы нашел то, что ты ищешь. Его будет искать, но... Если постараемся, найдем. У нас тут три ящика, поэтому продолжим. Давайте уже откроем второй ящик, потому что я не могу найти ничего. На толком. А, погнали. С вас, конечно же, лайк, подписка на канал. Это будет... Вот, все, нашел. Я нашел эту штучку. Ну что ж, вроде бы нашел, в принципе, пора мерить, потом уже говорить то, а сначала все сложно. Потому что это самое главное. Я не делал вырезку, когда мы все сложим, потому что это не подходит к этому плану ролику. То есть мы снимаем сейчас, ну, как популярный ютубер, прятки и всякое такое. Нам нужно тоже не тему новую отменить. Идея закончилась, идея, поэтому начинаем. Так, распаковка с одной рукой, челлендж. Распаковка. Камера иду сюда, блин. Вышло. Итак, вы скажете, что это коробки ничего нет, но вы сомневаетесь, потому что вы не подписаны на канал и ничего не знаете про мои все секреты. Так что не надо так делать. Так, начинаем. Джун-джун-джун, что-то непонятно. Первое у нас слева. Давай сюда. Я вот знаю, что это такое, конечно же. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это такое. Хопана. Что тут значит наставится? Это просто какой-то браслет. Он вроде бы. Мы с вами смотрим, что это рели какой-то браслет. Что это будет, короче. Погнали, смотрим дальше. Тут точно же что-то будет, да, как думаете? Да, тут рели что-то есть. Вроде бы обычный. А это вроде бы стекло для зарядки. То есть, как он заряжается. Просто вставляешь, где-то как-то заряжается. Да, вообще поставим. Так, я думаю, все понимаете, как, наверное, оставлять. Или это фейк, или это правда. Я не в курсе. Тут нет инструкции. Ну, возможно, есть. А тут инструкция. Китайском. Что тут есть, прикиньте, слушайте, вот оно все пишет, китайский язык. Дальше мы одеваем вроде бы здесь. Сколько же тут настроек, потом с телефоном мы это настраиваем. В принципе, мне не нужно. В принципе, всем за просмотр, с вами был Макс Прайм. Оденемся, наберем много лайков, я сниму, как я одеваю.